Однажды все уходит безвозвратно. И чувства, и желания, и мечты. Все то, что от души, всегда бесплатно. От нежности до теплой доброты. Но если бы мы знали, что однажды увидим близких лишь в последний раз, то в тот момент нам было бы очень важно не то, что будет завтра, а сейчас. Сейчас живем, целуем, обнимаем, сегодня часто спорим ни о чем. А завтра мы самих себя ругаем. Вот только день вчерашний не вернем. Уходим мы, и нас порой бросают, к другим уходят и на небеса. Глаза, как тучи, капли разбросают, черна, как сажа, жизни полоса. И, кажется, не будет встреч чудесных, искренних признаний не вернуть. Что будет завтра, мне неинтересно. Ведь жизнь, она сейчас, и в этом суть. И если есть кому в любви признаться, кого обнять, кому сказать прости, то нужно сделать и не сомневаться. Ведь к прошлому дорогу не найти. И к будущему тоже не добраться, не долетит крылатый самолет. Сегодня нужно жизнью наслаждаться, спешить туда, где кто-то очень ждет. Все планы могут рухнуть в одночасье. Единственный реально верный ход – не отпустить любовь, родных и счастье на завтра, что, возможно, не придет.